Всем привет, друзья! И вот с такой веселенькой музыки мы с вами и начнем. Ну и также мы с вами начнем с моего любимого места на острове Уайт, God's Hill. Вот этот вот шикарный вид. Много раз мы с вами сюда приезжали, и я вам показывала, и не устаю показывать всю эту красоту. God's Hill, да, холм Бога. И вот именно лик Христа, Иисуса Христа, который то открывает, то закрывает глаза, это тоже все здесь. Сегодня у нас суббота, 25 февраля 2023 года. И вы знаете, странно, что в прошлом году, по-моему, даже раньше, в феврале, я сюда приезжала, здесь уже вовсю цвели нарциссы. Но год на год не приходится в этом году. В Англии холодная зима, как считается, хотя вот сегодня у нас ночью было плюс один, а вот сейчас плюс восемь, и вроде даже солнечный день, но это непривычно. Обычно здесь намного теплее в феврале. Ну и как обычно, друзья, я хочу вам объяснить, что сегодня будет в моем видео. А будет сегодня очень много необычного. Друзья, я просто... Опять же, предвкушаю, как вам должно понравиться, особенно тем, кто любит старушку Англию, любит ее историю, читает английские романы 19 века. Вот я думаю, что это просто для вас будет сегодня огромное наслаждение. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее, пожалуйста, и давайте начнем. Не шикарная ли елка у людей здесь растет? Для меня, конечно, остров Уайт полон сюрпризов. И еще на одну заброшенную усадьбу я набрела здесь. Посмотрите, как она выглядит. Да, усадьба заброшена. Она находится в шикарнейшем месте. Вход в эту усадьбу. И здесь написано название. Смотрите. И я, конечно же, ничего не знала бы об этом красивейшем доме, что он вот такой вот серьезный исторический памятник просто. Если бы не вот такие вот медальоны с надписями, так это Мадейра Холл. И считается, что зал Мадейры на этой улице Тринити Роуд в Вентнере датируется 1820-ми годами, когда в нем жила мисс Дик. Считается, что мисс Дик послужила источником вдохновения для персонажа Чарльза Диккенса. Представляете, друзья? Да-да, именно Чарльз Диккенс в «Больших надеждах». Он описал именно мисс Дик. Она в «Больших надеждах» была мисс Хевишем. Если кто-то читал, то, возможно, помнит, что мисс Дик бросили у алтаря. И после этого она была сломлена, стала затворницей. Говорили, что она жила в самой нижней комнате вот этого дома. И ей... опускал еду через люк слепой какой-то прислужник. И вот она не хотела никого видеть. И только ранним-ранним утром она иногда совершала долгие прогулки по Мадейра Вейл Роуд. Вот, пожалуйста, как раз это самое... Мадейра Роуд. Мы по ней с вами сейчас немножко прогуляемся тоже. Не знаю, как вы, друзья, а у меня просто сердце стучит от восторга, что я хожу по тем же улицам, по которым, скорее всего, даже сам Чарльз Диккенс гулял. Ну и, конечно же, его персонаж – несчастная мисс Дик. Ну а мы вернемся снова к усадьбе Мадейра Хилл. И
Дальше еще интереснее, пожалуй, потому что здесь останавливался барон сэр Томас Маккалей, знаменитый британский деятель, историк, поэт и прозаик викторианской эпохи. Он останавливался в этом доме на несколько месяцев в 1850 году, когда писал свою огромную пятитомную книгу «Историю Англии». Вот я нашла фотографию этого дома Мадейра Хилл 1850 года, и здесь он выглядит как-то немного по-другому, гораздо серьезнее, огромнее, ну вот не знаю, судить вам, друзья. Ну и что еще мы знаем об этом доме? В 1896 году в нем жили майор Белл со своей женой, которые были известны своими велосипедными гимнастическими залами. Тогда это было очень модно и популярно. Езда на велосипеде становилась очень модной. Не всегда, знаете, возможно что-то здесь отыскать, найти, даже зная путь, очень сложно. Вот я вам как-то нашла в Вентнаре дом Башмак, называется. Кто не видел, посмотрите в правом верхнем углу вам видео, как обычно. Вы знаете, такая история с этим домом Башмаком. Я его так долго искала. Нашла только с третьего раза. И я просто в восторге, что я смогла вам его показать. Поэтому обязательно, друзья, зайдите и посмотрите этот восторг. Где еще, как не на острове Уайт, можно такое найти? Ну, а мы идем дальше. Вот еще одна усадьба. Вход. Давайте посмотрим поближе. Я уже вижу, что здесь написано «частное владение». Даже не знаю, стоит мне туда идти или нет, но, наверное, пройду столько, сколько смогу. Идти довольно далеко, я пропустила. И вот мы с вами видим такой интересный вход. Вход идет через тоннель, прорублен в огромной горе. Представляете? Ну вот сейчас мы выйдем. Здесь, к сожалению, темно, и камера плохо показывает туда на свет. Но сейчас мы увидим этот огромный дом. Вот он уже у нас виднеется. Я хочу сразу сказать, что мы зашли с задней стороны. Вот сейчас мы выйдем. И все, что я смогу здесь вам чуть-чуть показать, я вам и показываю. Ну вот с этой стороны, конечно, с задней, с тыльной, он выглядит неказисто. Сейчас мы увидим его в полной красе. Это поместье Бонн-Черч. Вот так оно выглядит. И оно расположено на таком живописном месте, как бы даже возвышается немного вот на этой вот горе. Бонн-Черч – это в Вентнаре самое-самое старое поселение. Первые упоминания о котором были еще во времена Вильгельма Завоевателя. Но я в такие дебри, конечно, не полезу уже, друзья. Я вот вам немножко показываю, как интересно здесь украшены огромными ракушками вот эти вот стены туннеля. Очень жаль, что я смогла вам показать только на картинке фасад этого огромного поместья Бонн-Черч. Вполне возможно, что есть вход и со стороны центральной, чтобы посмотреть во всей красе этот великолепный, огромный дворец. Но вот я не нашла. Вот этой огромной стеной обнесен этот замок. Там видно огромные скалы, куски. Здесь еще одна красивейшая усадьба. Огромный старинный замок, посмотрите. Он
нам здесь открывается сразу, потому что он даже не обнесен забором. Вот туда ворота въезд. Написано «Ист Дини». Этот замок и усадьба «Ист Дини». Ну, вы знаете, я здесь, так как здесь я гуляю часто, то я могу сказать, что я уже даже показывала, как там выглядит у них все внутри. У меня есть видео для вас об этом. Если кто желает, пожалуйста, посмотрите. Вот. А я могу сказать, что Ист Дини когда-то принадлежал Алджерону Чарльзу Суинберну, поэту викторианской эпохи, романтику, который когда-то писал замечательные стихи и был знаком с Оскаром Уайльдом. Ну а сейчас Ист Дини работает как образовательный центр. Еще тут устраиваются какие-то художественные выставки. Ну и еще говорят, что здесь могут разместиться сразу до 180 человек. И летом Ист Дини работает как хостел. Находится вот эта старинная черч, церковь старинная, Bone Church, Old Church, 1070 год. Вот, если туда спуститься, как раз мы ее и увидим. Вот она, эта старинная церквушка 1070 года. Кстати, обратите внимание, как она уже вросла в землю, видите, вырыта вокруг. И здесь надпись «Старая церковь Святого Бонифация 1070 года постройки». Видите, как она вросла уже в землю? Посмотрите вокруг. Ее, конечно же, сохранили, прорыли такую канаву. Церковь действующая. Очень красивая, старинная. Вот это жемчужина Вентнера также. Если кто-то хочет зайти внутрь и услышать более подробный мой рассказ об этой церкви, вам видео вверху. Пожалуйста, смотрите. А я сегодня заходить в нее не буду. Вернее, даже, знаете, я зайду, конечно же, зайду. Старину эту посмотреть, ощутить дух времени всегда интересно, но я не буду вам. Вот еще какая классная необычная дорожка вверх. И знаете, она поднимается туда, вот из-за стены. Здесь еще был кустарник, ее не было видно. А сейчас вот поднимается туда вверх. Усадьба чья-то огромная. Калиточка, конечно же, есть, но калиточка, она закрыта всегда. Территория частная. И вот берег, по которому я иду, это город Вентнер. Можно всем здесь бродить. А вот с той стороны начинается уже private, частная. Противоположный берег, private территория, все закрыто, туда не пройти, не подступиться, хотя, конечно, было бы интересно. Смотрите, какие тут огромные рыбы, вам, наверное, только золотую рыбку видно, но еще там темные, огромные спины. И вот уточка и селезень, здесь их много. Красивый выход к пруду со стороны парка. Но знаете, ой, опять драка среди селезней за уточку. Да, и вот он, домик уточки, видите?
Домик уточки. Но времена у нас нынче, знаете, такие, что даже за рассказ о домике уточки можно получить срок. Ну вот, друзья, такое сегодня у меня для вас видео. Я вообще рассказала совсем-совсем немножко о красотах, достопримечательностях и об истории города Вентнор. Буду всем признательна, кто напишет свой отзыв, кто поделится со мной своими мыслями. И если вам понравилось, друзья, я посмотрю по количеству просмотров. Я очень надеюсь, что просмотров у этого видео будет достаточно, чтобы мне продолжить эту тему, потому что у меня для вас есть еще очень интересная история про королеву из трущоб. Друзья, пожалуйста, ставьте лайки, не забывайте. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Те, кто еще не подписался, я желаю всем мира, добра и позитива. Пожалуйста, берегите себя в это сложное время. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всем пока-пока.